Всем привет! 18 июля, вторник. Проснулась после днюхи, так сказать, своей. 7:26 утра. Ну, в 6 утра я тоже просыпалась. Я обычно рано просыпаюсь. Проснулась в 6. Даже в 5 надо сначала, потом в 6. Лежала, думала, вставать, не вставать, вроде рано. Мне сегодня вообще во вторую смену, тем более после дня рождения, скажу, извиняйте меня, была никакая с утра. И вообще сегодня к 2 часам поеду, скажу, идите нафиг, у меня день рождения. Я скажу, не смогла проснуться раньше 12, чуть там навру. Мои ромашки любимые мне вчера подарили на день рождения. Сразу детство вспомнила, как мы там по полям бегали. Кстати, я в детстве жила не в Башкирии. У меня отец из Пензенской области. И до 10 лет я жила в Пензенской области. У нас вот такие же огроменные ромашки там в полях росли. Мы, пока на речку идешь, там вот идешь так по дороге через поле пшеницы. И вот и пшеницы, васильки такие, вот такие синие, красивые. А потом такие, ну, какие-то там леса, какие-то кусты, поляны. А на полянах вот такие ромашки. Вообще обалденно. А речка там, река в Пензенской области, река Сура у нас была. У нас была, ну, Сура в стороне, а у нас какой-то приток там был, забыла, как назывался. Вообще классно там было, конечно. Так, вот меня вчера сынок поздравил с днем рождения. Такую открытку красивую подарил. Такая вся, на свет особенно красивая такая. Вся блестит, переливается. Что он мне написал? Я, честно говоря, не вижу, потому что без очков, во всяком случае. У него такой мелкий почерк. Мамочка, сегодня день рождения твой. Будь такой же радостной, доброй. Еще какой-то там не вижу нифига. Радует что-то нас всегда. Это вот. Я что-то не помню, короче. А так я не вижу. Ну ладно, поздравила и поздравила. Надо же, почерк какой мелкий. А я без очков не вижу. Мне за ними идти неохота сейчас. Открытка красивая. Ну, вообще-то, вот он вообще, честно говоря, меня первый раз поздравил за всю жизнь. Ему раньше отец говорил, вот, что-то мать даже не поздравишь. Какой-то дикий он у нас. Вчера поздравил. Надо же, что случилось. Так, он мне еще такой тортик принес. Мой любимый медовик. У нас вкус совпадает. Мы с ним любим медовик. Вот вместе чай попьем с утра, кофеек. А тут, наверное, уже доели торт сказку. Ну, там 2 кусочка осталось. Такой, что ли, еще попробовать с кофейком сейчас. Те тортики 2 на работе вчера съели. Что-то долго стояли, никто не ел, но ели там наша смена. Девки пришли, 2-я смена, что-то как-то. То ли с дома сытые пришли, я говорю, торт будете, они потом. Я смотрю, там половина такого торта, половина такого. Думаю, ну что делать, если есть не будут, куда им. Я уж потом перед уходом говорю, девки, говорю, если не будете есть, отдайте охране. Они сидят там сутками, их много, думаю, съедят. Они, нет, мы сами сейчас съедим, мы сейчас, какой еще охране, мы сейчас чай будем пить. Я говорю, ну ладно, говорю, только не выбрасывайте, говорю, ну, кому-нибудь там отдайте, если что. А то их не поймешь, они там то на диете сидят, то еще что. Начинают кочеряжиться. Да, открытка красивая. Так, ладно. О, кстати,
Кофейку надо сварить. У меня тут так, сегодня должны еще духи привезти. Не помню, как называется. Как духи называются? Да не духи, я духи не люблю. Туалетная вода. Я люблю легкие ароматы. Духи это слишком. Я еще туалетную воду-то не каждый переношу. У меня, походу, вообще аллергия на все эти запахи. Раньше вообще не могла ничем брызгаться. Только дезодорант. Я почему-то считала, что у меня аллергия на всю эту фигню. Помню раньше. А вот побрызгаешься, а через 2 часа жуткая головная боль у меня начиналась всегда почему-то. А вот в последнее время, ну, у меня там они все закончились, у меня полно было всяких. И я ей там, короче, почти все раздала. Один там какой-то начатый у меня остался. Все раздала. Мне столько дарили. Сама покупала, помню. Вот этот какой-то гринти у меня был. Какой-то, какая-то туалетная вода английская, по-моему. Такая зелененькая. Значит, какой-то запах отвратный какой-то. Не то, что чаем, курем каким-то воняет. Не помню, куда я их делала. По-моему, отдала кому-то. Начатый был флакон, по-моему, матери отдала. Потом мне муж дарил какой-то такой... забыла, как называется, блин. Такие запах вроде легенький, вроде классный, приятный запах. Но, блин, как попробуешь, через 2 часа головная боль начинается жуткая. Тоже кому-то подарила. Новый, вообще, один раз побрызгалась. Племяшке, по-моему, отдала. Из Башкирии приезжала, там младшенькая. Студентка своей отдала. Нафиг. Все равно не брызгаешь, стоят, стоят. Еще неизвестно, как там на новые эти среагируют. Тоже, может, отдам кому-нибудь. Нафиг. Вроде хочется, конечно, иногда побрызгаться. В этом году, кстати, лето хорошее. В том смысле, что пчел не видно. Я их ужасно боюсь, блин. В этом году прям вот вообще не видно. Может, в августе появятся. Они обычно в августе бешеные летают. Когда похолодает, начинает в автобус залетать, в транспорт. Если пчела залетает в автобус, я вылетаю из автобуса. Я боюсь жутко их. Нафиг. Вот в этом году их не видно, и слава богу. Не люблю я жару, пчел этих дурацких. Я поэтому ничем не брызгаю, чтобы не привлекать нафиг. Запахи вот эти все. Ой, у меня сейчас кофе убежит. Не должно, в принципе. Не должно там разок подняться. Я же не турка. У меня же турки-то нет. Да, кипятить точно не надо. Но просто должно вот пена подняться. Так я турку себе не купила, блин. Так, ладно, буду я сейчас кофе пить. Может, музыку какую-нибудь послушаю. Вообще хотела раньше встать, но... А нафига, как говорится? Что-то мне снилось сегодня, что не помню. Сегодня хоть спала, а то вчера, блин, вообще просыпалась каждый час. Сколько там на улице 100 градусов? 18 с утра, это хорошо. Значит, тепло будет. Так, ладно, сейчас кофейку попью с тортиком. Интересно, потому что вот туалетную воду заказал через интернет. Домой привезут или сам заберут по дороге на работу. Сказали Лакоста, блин, а мне не на речи. Вот эта луна больше понравился запах. Аромат такой. Ну ладно, посмотрим, блин. Тогда те можно будет заказать на Новый год или на 8 марта. Посмотрим. Куда мне их? Я же говорю, не брызгаюсь ничем. Так редко очень. Надо найти какие-то свои, чтобы запах нравился, чтобы аллергии не было. Кстати, я покупала как-то какая-то туалетная вода.
итальянская. Там прям было написано гипоаллергенная. Ну, вот я один раз только такие видела. Как-то название такое еще какое-то прикольное было. Sense of the Capri или что-то типа того. В общем, ароматы острова Капри. Ну, на итальянском или на английском там написано. Классные такие были. Туалетная вода была классная. А я взяла маленькую, ну, думаю, попробую. Потом что-то большую хотела купить, не купила большой флакон там был. А больше не видела, кстати. Что-то. Там что-то все, вот они стоят, эти флакончики. Заходишь в магазин какой-нибудь, они стоят. И вот все по фирмам, короче, вот по названиям. А там я не помню, что было. Что-то такое простое какое-то название, даже неизвестное вообще. Сейчас даже не вспомню теперь. В общем, ладно. Пошла я кофеёчек пить. Всем пока-пока.